Здорово, ребятки! Пойдем ебать! Так, что это? Что? Надо выбрать, погнали! Получить больше монет и ящиков. Так, приходите в голосов. Максимальные потери среди игроков. Максимальные потери среди игроков. Ух, пошли. Поспешите, напишите, что вы такое. Прикрыть, чтобы не знаю, что это максимально шумно, 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 шумно. Так, для Томпсона есть, для Томпсона есть. Припишем. Припишем. Так, улучшить. Улучшить. Сколько? Плюс 60. У-ху. Хорош. Так, ладно. Рано тебя ремонтировать. Мистер Холла, ты готов к бою? Готов. Погнали. Не используй гранату, убей врагов. Не используйте гранату. Убейте врагов гранатами. Сука. Миссии противоречат друг другу. Так. После всех этих попыток сражения вам необходимо отдых. Найдите какой-нибудь... Какое место? Какое мне... А, блядь, не тупи, не тупи, не тупи, не тупи. А, на тебе, собака. А, не тупи. Для костра, чтобы спрятаться. Что за... Чтобы... А, согреться, ё-моё. Ух ты ж,
ты ж собака. Ух ты, собака. Ну, сюда, 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 сюда. Что? Сюда. Ого. You will need something flaming to start the fire. Look of flame against. Yes. It's very beautiful image. Oh, motherfucker. Here's some pig. Eat up. Yeah. More ammo stay alive. Wait. Go back to your compare shadow. Shelter. English beautiful. Need to pee, блядь. Russian солдат. Чувак. Russian girl. Мне не удалось поблагодарить тебя. Тебе следует покинуть город со стороны, и мой путь лежит обратно в этот ад. Я Russian girl. Ты хочешь меня? Возможно, но я также хочу выгнать этих монстров с прочь наших земель. Возьми меня. Саша. Виталий. Блять, я что, за мужика играю? Это в смысле за русского? Я что-то думал, я за одного перса играю. Ладно, хрен с ним. Виталий. Я думал, я за этого чела играю, а я Виталик. Привет. Пепешня. Выбор. Вперед. Саша! Пора выдвигаться, выйди на улицу, это должно быть легче. Должно быть легче с Сашей. Саша! Женщины должны быть легче. Если что много, он уже использует персональный топов для полного истребления. Кого много? Ты тут, Саша, ты тут кого-то видишь, я никого не вижу. Вы серьезно? Ладно.
Это разве не русский? Саша! Такого много! Такого только русский и немец воюют по одну сторону! Ум! Немец с нами! Нам немец! Витамин, витамин с нами! What is it? I don't understand you, bitch, bitch, bitch. Bitch, bitch, bitch. Stop, stop, please, stop, please. No, no, no. Now, fuck you. No, no. Кстати, с текст 3 сентября. Вот этот чувак бородатый лысый поет для вас. И календарь перевернул, и снова 3 сентября. Как заебал я всех вокруг. Ах, это 3 сентября. Russian Sasha girl, it's a beautiful girl. Girl, girl. Александра. Сашка, Сашка Грей. Кстати, похоже. Я календарь. Не тупи. Теперь они знают вашу позицию. Вам нужно. Кого? Кого? Шо они там знают? Собачка. Вы должны прорваться. Куда прорваться? Сюда. Ну, мы сюда и бежим. Прорвались. И снова 3 сентября. Да, Санкшник. Левел 70-й. А ты хорош. Куда прорваться? Тут они хибики. Опа, заду. Открой двери! Саша, 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 найн, Саша, найн! Саша, паков, паков, Саша! Па, Саша! А, Саша, бич! О, пушки! Это же пушки! И це... What the fuck? Nein. 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 Что там прибывает? Что там прибывает? Шведи. Шлем. Не падай. Забрать. Большевичек с расходниками. Пропустить. Я
календарь переверну, и снова 3 сентября, и как-нибудь я всех убью. И снова 3 сентября. Ла-ла-ла-ла-ла. Та-та-да-да. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Та-да-да. Та-да-да-да. 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 Миссия 4. Прикройте их, забрите на крышу и прикройте беглецов. Да, базару нет, погнали. Будто диссоциативное расстройство личности. Поспешите на крышу, чтобы прикрыть побег заключенных. Погнали. Блять, ну цепи, пожалуйста. Вы не заключенные. Как говорил я, съебись нахуй. Я, блять, защищал уже это место. Блин, вроде бы это, блять, уже было. Ладно. Да, я, наверное, случайно не ту миссию. Так, подожди. Кажется, я эту миссию уже делал. Так. Прикрути их. Так. Выйти в меню. Случайно, наверное, нажал другую миссию. Небольшая, немного замешкался, да. Вот. Я календарь. Отличная возможность. Вы взяли, защитили, а теперь используйте, чтобы ослабить силу Вермахта. Вермахт. Вариш. И куда ты взял зенитную установку и пошел? Может, она была, эту зенитную установку, кинуть в них прям? Ну ладно, ребятки, спасибо за внимание. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Все, всем спасибо за внимание, кто был рядом. Ждите завтра следующий выпуск. Доброй ночи, пока-пока, ребятки.